2021 թվականը բեղմնավոր և ծավալուն աշխատանքով ամփոփվեց Լինոց Մինդայի զինկոմիսարիատում։ Երկրի պաշտպանությունն ապահովելու համար 18-ից 27 տարեկան երիտասարդներն անցնում են ծառայության Վրաստանի տարբեր սահմաններում։ Այս տարի մեր շրջանի ծառայության մեկնեցին թվով 51 նորակոչիկներ։ Я приветствую наших телезрителей и нашу общественность и хотел бы несколько слов сказать о, значит, проделанной работе в 2021 году. В нашей военной службе была проделана небольшая работа в рамках весеннего и осеннего призывов. В рамках весеннего призыва, вы как знаете, я не раз отмечал в своем интервью, весенний призыв у нас, ну, как правило, начинается в феврале и заканчивается в июне. Весной прошлого года мы призвали 22 человека. 20 из 22 человек, новобранцев, 20 человек были зачислены по линии Министерства обороны, 2 человека по линии МВД. Значит, в рамках весеннего призыва также у нас был рекордный показатель по, значит, получению отсрочки на основании закона о мусокорабле. Вы знаете, люди, молодые люди, внеся платеж определенный, да, в бюджет, получают отсрочку на 18 месяцев. Значит, в рамках весеннего призыва 25 человек у нас получили по этому основанию отсрочку. Что касается осеннего призыва. Осенний призыв, опять же, как правило, начинается в августе и заканчивается в декабре. Вот мы уже, значит, подытожили нашу работу, осеннюю работу, то есть отчеты составили, отправили. В рамках осеннего призыва у нас был на 7 человек мы больше зачислили. 29 человек были зачислены в рамках осеннего призыва. 22 человека были направлены по линии на службу, на обязательную военную службу, направлены для прохождения службы по линии Министерства обороны. 7 человек по линии МВД, всего 29 человек. То есть на сегодняшний день у нас с нашего муниципалитета служат в разных частях и, значит, нашей страны 51 человек. В рамках осеннего призыва было заплачено, значит, 13 человек взяли отсрочку по этому основанию. То есть всего в прошлом году 38 человек получили отсрочку только по основанию, внеся платеж определенный, да, мусокорабель. Это, я скажу вам, это как бы для нашей службы рекордный показатель. Я объясняю это тем, что почему ребята как бы стали больше, да, по этому основанию брать отсрочку и как бы не изъявляют желание идти на службу, потому что это связано с пандемией. Связано с пандемией, с коронавирусом, и по этому отсрочку ребята, по этой причине ребята берут отсрочку по этому основанию. Что касается нашей деятельности, ну, у нас никаких проблем не было. Мы обеспечены всем, чем нужно для нормальной, да, нормальной работы. Обеспечены были мы в прошлом году транспортом. Транспорт работал без перебоя, без каких-либо простоев, проблем. Мы обеспечены всем, мы и интернетом обеспечены, и коммунальные условия у нас очень хорошие. Так что для нормальной деятельности нашей службы обеспечены всем тем необходимым, которое нужно для поддержания хорошей работы. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորող երիտասարդներն ուսումնական տարվա ընթացքում ունեն հնարավորություն վերցնել տարկետում այնքան ժամանակ, մինչև ավարտվի ուսումը, ինչպես նաև տարկետում կարող են վերցնել ընտանիքի տեր անձինք երկու և ավել երեխա ունենալու դեպքում։ У нас очень много ребят, значит, берут отсрочку по этому основанию. 160 человек мы только дали отсрочку в рамках осеннего призыва студентам. Студенты получают отсрочку, ребята, значит, обучающиеся по профессиональной линии, то есть те ребята, которые учатся в колледжах, аппликанты, так называемые, тоже получают отсрочку. Очень много ребят, которые не проходят военно-врачебную экспертную комиссию, то есть мы их призываем, забираем для прохождения комиссии, они по разным причинам, по состоянию здоровья, не проходят комиссию и возвращаются домой. Обычно они получают отсрочку
они признаны, значит, ограниченно годными и получают отсрочку на 3 года. Очень много ребят получают отсрочку по семейным обстоятельствам. То есть есть ребята, которые уже у них семьи, семейные ребята, у которых уже один или два ребенка. После рождения первого ребенка мы предоставляем отсрочку, значит, молодому человеку 3 года. То есть с момента рождения ребенка до, значит, до истечения 3-летнего возраста отцу мы предоставляем отсрочку. После рождения второго ребенка он фактически освобождается от службы. Есть у нас, значит, в нашем муниципалитете 2 человека, которые получают отсрочку, значит, сельские учителя у нас. Да. Сельские учителя, это в законе прописаны, которые работают по специальности, тоже как бы на время получают отсрочку. То есть на тот период, когда они работают учителями в селах, как только у них обязанности, да, истекают или, значит, выходят из работы, они подпадают под общий призыв, будут призываться на общих основаниях. 2021 թվականի տարեվերջը ողբերգական ավարտ ունեցավ Փոկագյուղի բնակիչ Սարգիս Սահակյանի համար. Նոյեմբեր ամսին վիրահատությունը ճակատագրական եղավ. В прошлом году, да, омрачила нашу работу несчастный случай, который произошел с нашим солдатом из Поги, молодой человек, Саакян Саркис, вы знаете, случился. Для нас была трагедия, понимаете, уход этого парня, потому что в мирные условия потерять солдата, это очень и обидно, и очень плохо. И мы сейчас до сих пор как бы не выходим из стресса, потому что для нас было действительно, для меня была личная трагедия, потеря нашего солдата. И я, пользуясь случаем, хотел бы выразить слова глубочайшего соболезнования и сочувствия всей семье нашего Саакяна Саркиса. После Нового года мы обычно заняты отчетной работой, понимаете. Мы сейчас составили все отчеты осеннего призыва, направили эти отчеты. Сейчас мы, значит, провели большую работу по постановке наших молодых ребят, новобранцев 2005 года для постановки на первичный военный учет. 150 человек по всему муниципалитету уже мы, значит, поставили на первичный военный учет. Сейчас в настоящее время проводится работа по составлению личных дел ребят. И скоро, вот на этой неделе, 24 числа, уже мы по нашему плану, графику, проделана работа, мероприятие по прохождению комиссии этих ребят, первичной комиссии ребят. Значит, в военкомат они приходят, мы измеряем их рост, вес, составляем, значит, учетные карточки, они подписывают, ребята, коммуникационные карточки подписываются, то есть мы контактную информацию от ребят получаем. И сейчас в настоящее время проводится эта работа.